вчера вечером мне пришла в голову эта идея. Вчера она вообще казалась гениальной. Сегодня она такой с утра особо не казалась. Особенно, когда я посмотрел в окно и видел, что там нету солнца. Но сейчас все изменилось. Я сейчас здесь, на стадионе. И что мы будем делать? План такой. Мы будем делать фотографию, которую на самом деле мы еще пытались сделать вчера. Вчера здесь были вечером, тоже перед закатом. Сейчас мы здесь после рассвета, а были перед закатом. И хотели сделать фотографию с собакой. Для чего это делаю? Это все делается для того, чтобы сделать крутую фотку в мой инстаграм. Я придумал, что я хочу там сделать, как я хочу это делать. Но для этого мне нужна, конечно, помощь. В данном случае сегодня мне нужна помощь собаки и Тимура. В общем, идея такая. Инстаграм не только можно вести с подборкой правильных цветов, то есть один и тот же тон все время оставлять, чтобы все фотки вместе казались чем-то общим, а также можно сделать интересную серию фотографий, которые будут что-то показывать, то есть, например, вы увидите, на самом деле легче всего сейчас зайти по ссылке в Instagram, которую вы найдете под видео, и посмотреть, как он выглядит, и вы сразу все поймете. Вот, может быть, на данный момент уже к этому времени, когда вы туда зайдете, вы увидите эту фотографию с собакой, и если что, если понравится, поставьте лайк. А вообще, вчера мы здесь сделали уже несколько фотографий, мы сделали их здесь было много народу, мы делали их потом чуть-чуть дальше в стороне на траве, и она не получалась, ее нельзя было сделать, потому что то кадр плохой ловился, то люди мешали, то собака бегала, потом она просто-напросто взяла и съела мячик, мы делали ее с мячиком, то есть идея такая, что я подкидываю собаке мячик, и она его ловит, и в этот момент делается фотка. В общем, она полностью толком не получилась вчера. Вот я вам сейчас покажу, что было. Вот было это. И это. Вот. Вот эти вот фотки. Они запоролись. Ну, как запоролись? Они свой свет не увидят, они вот только вот и будут вот там вот, где вы их увидели сейчас в этом видео. А настоящая фотка, ну, о ней в конце. О ней мы поговорим в конце, потому что мы ее сейчас еще не сделали. Что я еще хотел сказать? Я еще хотел сказать другое. Рассказать о том, как я вообще пришел к этой идее. На самом деле, это не моя идея снимать видео о том, что я фотографирую. Есть такой чувак в Инстаграме, зовут Эван Ранфт, он живет в Атланте, в Америке. И что он делает? Он ходит по городу с GoPro на голове и снимает то, как он делает фотки. А потом об этом рассказывает. Это тоже довольно интересно. И мне понравился этот концепт, так что могу сразу сказать, что идея совсем не совсем моя, попробовать так снимать. Но что у меня получится, будем смотреть. Галя, привет. Здорово. Ну что, замутим? У тебя 15 минут. 15 минут всего? Давай, хорошо. Габи, ко мне. Сидеть. Положи мячик, может, его подрывает. Габи, можно. Габи, сидеть. Габи, сидеть. Сидеть. Что за херня? А что с ней сегодня такое? Я не знаю. В общем, лежать. Собака сопротивляется. Лежать. Как увидела шарик, мячик. Мячик или шарик надо бить? Мячик. Как увидела мячик, у нее крыша поехала. И она теперь просто очень возбуждена стала, поэтому не знаю, получится ли что-то. Ну давай. Готов? Ага. Давай будем пробовать. Габи, готова? Лежать. Раз, два, три. Пытаемся уже 12 минут, 13 минут записать. У меня осталось 2 минуты. Габи, молодец. Габи немножко ее совсем как-то вот накрывает присутствие мячика. Она прям вообще, она дуреет, она его увидела, и все. Очень тяжело. Тяжело ее в чем-то убедить в обратном, правда? Ты молодец, моя. Хорош. Молодец. Ну давай попробуем еще раз, Габочка. Голова. Раз, два, три.
Это нелегкая фотка. Габи, готова? Ко мне. Твою ж мать. Дай, дай. Сорок минут мы снимали, пытались сделать фотку. Если вы смотрите это видео, значит, эта фотка уже выбрана и она сделана. Она висит в Инстаграме, под видео будет ссылка на Инстаграм. Зайдите и посмотрите. А может, эту фотку я вам покажу сейчас на экране. Потом вообще будет грамотно делать так, фотку последнего, ну, эту главную самую фотку не показывать, а типа отправлять их в Инстаграм. Это, наверное, была бы крутая идея. Так, наверное, надо делать. Спасибо всем, кто смотрел. Не забудьте оценить это видео и увидимся в следующем с вами.